Золушка вернулась. Маша Шиловская приехала домой после операции, проведенной в Израиле. Хирурги вырезали грыжу и подарили девочке возможность лежать на спине, но обнаружили новые проблемы, которые грозят серьезными последствиями. У Маняши после поездки сбился режим, жалуется нам мама. Будет всю семью ни свет ни заря, а потом полдня спит. Мы приехали в гости в середине дня, но застали Машу сонной. Спросонья даже подарок, огромный пушистый медведь, не развеселил. Какая ты хорошая! Но малышка быстро взбодрилась и все-таки подарила в ответ свою улыбку. Давай, Бух. И опа, как здорово, теперь валяться можно. После операции Маша узнала, каково это лежать на спине. Грыжу удалили. Теперь ее любимая забава – шутливо падать на спину. А наш медведь будет смягчать ей приземление. Старшая Маша же никак не может нарадоваться, глядя на успехи дочери. И такое ощущение, что у нее такой, как бы, взрыв такой произошел. И в развитии вообще, то есть вот это вот выпячивание, оно перестало, наверное, ей давить, тянуть, вот эти боли. Все разбирает, везде лезет, очень много новых навыков у нее появилось. То есть такая девочка она стала. Ребенок обычный, нормальный. Догоняет, перегоняет, да, Мань? Врачи подтвердили, умственных и речевых отклонений у Маши нет. Но от этого забот не меньше. Теперь нужно решать вопрос с ножками. Ей требуются операции на коленях и стопах. К лету, когда Маша оправится после первой операции, ее ждут хирурги в Германии. А еще зарубежные врачи обнаружили неприятный сюрприз – кисту в позвоночнике. Пока не знаем, что делать. То есть пока делаем запросы, будут обследовать ее. Она пока в таком замершем состоянии. Но если она будет как-то там себе давать знать, ну, это грозит пролечом верхнее отдела, то есть руки. Отсюда у нее очень слабые руки, она не может ползать, как все ползают. То есть она уже встает на коленки, подтягивает ножки, но ручки у нее не держат тело. Сейчас для помощи девочке открыт второй этап сборов. Ведь даже эти робкие улыбки – усилия огромного количества мурманчан. Потому что если бы не они просто... Маша сейчас не могла бы так жить, как она сейчас живет. То есть это счастливый совершенно ребенок. Она лежит на спинке, она играет, мы можем гулять, купаться. В общем, спасибо огромное. И, похоже, Машам придется еще не раз благодарить людей за помощь. Ведь одним в своей долгой борьбе им не справиться. Дарья Монастырева, Сергей Романец, Артик ТВ.